Проспект Героев Сталинграда, 59А. 14-этажный кирпичный дом, 1983 года постройки, расположен во дворе. Придомовая территория небольшая, но чистая и зеленая. В доме один подъезд. Вход в него в удовлетворительном состоянии, но не опрятен. Оборудован домофоном. Рядом с домом есть просторная и современная детская площадка. Мест для парковки мало, асфальт давно пора залатать. Жители дома имеют возможность пользоваться бесплатным источником артезианской воды. Возле дома находится небольшой гастроном, рядом также супермаркет «Фора», два детских сада и частная гимназия. В 5 минутах ходьбы набережная Днепра с зоной отдыха и пляжем. В целом, состояние дома удовлетворительное.